Всем привет! В этом ролике мы расскажем и покажем вам, как установить автокресло группы 0+ на коляску McLaren Atom. Возможность установить автокресло на шасси коляски – это удобно, если вы путешествуете с ребенком в кресле вне машины. Мы продемонстрируем установку на примере автокресла Baby Safe Easy Go модуля Right Size White Age. Цвет – Sunset Melange. Автокресла B-Safe, Maxi Cosi и Sybix группы 0+ устанавливаются при помощи адаптеров McLaren Car Seat Maxi Cosi Sybix AD1G580012. Автокресла Britax Roemer устанавливаются при помощи адаптеров Car Seat Britax Roemer AD1G620012. Сложите капюшон и опустите спинку коляски максимально. Затем установите адаптеры на шасси коляски до щелчка. Затем установите автокресло в положении лицом к маме, до щелчка. Готово! Чтобы снять автокресло с шасси, используйте серые фиксаторы по бокам. Чтобы снять адаптеры с шасси, используйте красные фиксаторы снизу.